Это был первый раунд от команды сметанного майонезика. И у меня сложилось ощущение какое-то, что здесь, мне кажется, закрались профессиональные танцоры, а, ребят, а? Вы видели, как они просто движение подхватывали? Вы как-то там, не знаю, тренировались там в углу, что ли, стояли, а? Очень круто было. Итак, дальше. Наш 67-й майонезик 67-процентный. Твой выход. Итак, твоя команда. Первый